Всем привет! Я рада видеть вас на своем канале о женской красоте. В этом видео вы узнаете про витамины от выпадения волос. Буду благодарна вам, если вы досмотрите видео до конца. Если оно будет для вас полезно, то ставьте лайки, делитесь видео с подругами и подписывайтесь на мой канал. При интенсивном выпадении волос нужно обратиться к специалисту для выявления корня проблемы. Если ухудшение состояния локонов связано именно с нехваткой определенных веществ, то комплекс витаминов для волос придется весьма кстати. Какие витамины необходимы для нормального роста волос? Прежде всего, волосы нуждаются в витаминах группы В. Их нехватка может привести к заметному облысению. Витамины Е обеспечивают циркуляцию кислорода в крови. Витамин С активно участвует в процессе кровоснабжения, поддерживая работу капилляров. Витамин А способствует повышению сопротивляемости организма к инфекциям. Правило выбора витаминов. Комплекс витаминов и микроэлементов для волос должен назначать врач-трихолог. Прежде чем приобретать конкретные лечебные средства, рекомендую определить уровень гемоглобина в крови и сдать анализы на гормоны. Стоит иметь в виду, что волосы начнут восстанавливаться постепенно, так как молодым волоскам нужно время для того, чтобы они стали достаточно густыми и заметными. При выборе витаминов следует придерживаться следующих правил. Покупайте комплексы, в состав которых входят не только витамины, но и микроэлементы. Внимательно читайте состав. Не рекомендую использовать комплексы с красителями и ароматическими отдушками. Обратите внимание, наиболее эффективными для витаминизации волос будет комплекс мер, состоящий из трех пунктов. Еда, обогащенная нужными полезными веществами для волос. Питающие и укрепляющие маски для волос. Индивидуально подобранный комплекс специальных витаминных препаратов. 9 из 10 девушек имеют поврежденные, сухие и ломкие волосы. Как девушка легко и просто восстановила волосы, остановила выпадение, придала блеск и шелковистость волосам и причем сделала это максимально дешево и за короткий срок в домашних условиях, смотрите видео. Ссылка на него в описании под этим видео. 10 лучших витаминов против выпадения волос. Витамины и дрожжи Мерц Бьюти. Это немецкий препарат, который назначается для профилактики авитаминозов и прочих потребностей организма в витаминах. Как правило, Мерц Бьюти используют в период выздоровления после какого-либо заболевания, после беременности, в период лактации и так далее. Перфектил. Этот комплекс витаминов содержит более 25 питательных веществ, которые эффективно помогут восстановить волосы, ногти и здоровье кожи. Помимо всех необходимых для волос витаминов В, С, Д, Е, комплекс содержит экстракты эхиноцеи, корня барданы, железо, цинк, кремний, селен, бета-каротин, аминокислоту и другие полезные вещества и микроэлементы. Перфектил очень эффективен не только при выпадении волос, но и при псориазе, экземе и повышенной сухости кожи. Вита Шарм – это средство для улучшения структуры кожи, волос и ногтей. Препарат применяют для предупреждения возможных нарушений, проявляющихся при авитаминозе. Витрум Бьюти – сбалансированный комплекс витаминов, аминокислот и минеральных веществ, способствующий улучшению состояния волос у женщин. Витамины повышают иммунитет и жизненный тонус. Фитофанер – пищевая добавка для укрепления волос и ногтей. В состав входят масла зародыша пшеницы, морковное и рисовое масло, рыбий жир, масло из семян огуречника, пивные дрожжи, подсолнечное масло, ацерола. Фитовал – разработаны для укрепления ослабленных и ломких локонов. Также применяется для профилактики лечения выпадения волос. Ревалид. Препарат существенно замедляет выпадение волос. Его использование способствует улучшению поверхностной структуры волоса, а также снижению степени ломкости. Пантовигар. Применяется только по назначению врача, так как это не просто комплекс витаминов, а лекарственное средство. В состав препарата входят медицинские дрожжи, цистин, кератин, мононитрат тиамина, пантотенат кальция, тальк, стеарат, повидон и другие вспомогательные вещества, необходимые для восстановления волос при повреждении ультрафиолетовым излучением и негормональном диффузном выпадении. Комплевит сияния. В состав витаминного комплекса входит около 20 минералов и компонентов, необходимых для улучшения состояния кожи, волос и ногтей. Содержит экстракт зеленого чая, способствующий нормализации обмена веществ и снижению веса. Доппельгерц Актив. Входящие в состав витамины, минеральные вещества и растительные компоненты питают кожу, способствуют росту и укреплению волос и ногтей, восстанавливают их структуру и помогают противостоять агрессивному воздействию внешней среды. Если видео было полезным для вас, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте читать комментарии под видео.